Предпринимательство, ремесленная деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере экотуризма – все это виды экономической активности граждан, которые основаны на их самостоятельной инициативе, ответственности и направлены на получение гражданами доходов за счет осуществления самозанятости. Органы по труду в рамках своей компетенции оказывают необходимую консультативную, методическую и правовую помощь безработным гражданам, которые изъявили желание заняться самозанятостью. За счет средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, безработные могут получить финансовую поддержку, субсидию для начала собственного дела. На сегодняшний момент сумма субсидии составляет 2350 рублей, что равно 11 бюджетам прожиточного минимума, который существует на момент заключения договора между органами по труду и безработным. Субсидия предоставляется безработным, достигшим 18-летнего возраста, при отсутствии у них нарушений законодательства о занятости, а также если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения курсов по направлению органов по труду. Для того, чтобы предоставили органы по труду субсидию, безработный должен обратиться к нам с заявлением и принести технико-экономическое обоснование, бизнес-план эффективности организации своей предпринимательской деятельности. Для того, чтобы проще было составить это технико-экономическое обоснование, на базе нашего учебного заведения Барановичского государственного университета управлением организован обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности», где опытные педагоги показывают, рассказывают, помогают составить этот бизнес-план. 14 человек уже воспользовались этим своим правом и получают, работают на себя и получают достойную, надеюсь, заработную плату. На сегодняшний день идет набор в группу слушателей обучающего курса «Основы предпринимательской деятельности», и все желающие, которые могут и хотят организовать самозанятость, пускай обращаются в управление по труду на улицу Грибоедова, 12, в кабинет номер 5. Либо уточнить все необходимые вопросы по телефонам 64 08 69 45 44 60.